твою налево, перчатки! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт читера. Радует и только одно, то что это бывший читер, и читы это очень плохо, поэтому Excelbolt, пожалуйста, меня банить не надо. Ну что ж, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее, поудобнее вмачивайте ваши задницы, прожимайте огромный лайк, подписывайтесь на мой канал, поехали! Хоть я уже зашел на аккаунт, и первое, что вижу, я читер в прошлом, ребята. Ну, во-первых, этот ник поставил лично я, но, во-вторых, этот парень был читером, но 2 года назад. На этом аккаунте он никогда не играл с читами. Он хороший, прядочный, добрый парень, тем более он с клана Маслята. А если он с клана Маслята, то он никак не может быть читером. Потом, ребят, есть еще 6 чистый игрок. Так, ну что, смотрим дальше. Теперь я захожу в профиль. Второй сезон мы видим легенда. Ну, ребята, ну не погано, не погано. Просто посмотрите, у него 3700 убийств. Я просто в шоке. В первом сезоне у него тоже легенда. Ну и, скорее всего, в третьем сезоне у него тоже будет легенда, потому что он сейчас стал киберспортсменом, и он играет очень хорошо. Дальше проверяем общий статус. Тут у него 1300 часов, честно говоря, по времени довольно-таки мало, потому что у меня 4000 часов, да, ребята, да, 4000 часов, просто представьте, полулета провел в игре, грубо говоря. Ну, а если мы, ребятки, перейдем в режим союзники, то мы видим тут ранг Gold 4, это очень-таки неплохо, потому что я тоже откалибровался на этот же ранг. Но я не киберспортсмен, но играю как киберспортсмен, ну вы поняли, да? Ребята, если кто еще не понял, то это Шейс. Он мой модератор на стримах, он состоит в клане Маслята, но раньше, 2 года назад, он когда-то качал читы. Но сейчас он 1000000% играет без читов, поэтому не переживайте. Ну что же, а теперь давайте-ка мы посмотрим его заявки, друзья. У него 3500 заявок, друзья, обалдеть! Так, а теперь смотрим личные сообщения. Вот сейчас-то и начинается самое интересное. Ему уже сразу пишут сообщение читак. Шейс, братан, в чем причина? Почему тебя читером-то обзывают? Как будто кто-то знает, что я снимаю это видео. Так, смотрим дальше. Кен, привет. Плейс, я хочу свой пейдж выложить 1-1 из клана Маслят. Поможешь? Конечно, конечно. Напишу. Напишу. Помогу. Ну, все правильно, вместо Шейса дальше. Так, ну что же, теперь смотрим, что же Шейс отправил интро. Интро вы тоже все знаете. Скажи Кенту, что пригласил, зайди, заполнил, ау, ау, дал, пофигу. Шейс, братан, ты чё такой агрессивный, надо быть добре. Бро, дай пыжи 10 голды. Да, кстати, Шейс, бро, пыжи, дай 10 голды. Пыжи, пыжи, пыжи. Привет, гопати, вместе 2 на 2, я друг Кента. О, напишем, го, напишу, го. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, узнаем, какой же инвентарь у Шейса. Ахавай-махавай, инвентарь нам показывай. Так, 3 фурис-кейса. Ну, ребят, я думаю, один сходу. Открываем сходу кабанчика, пока Шейс не видит. И нам выпадает. Блин, так, если еще Шейс, ты этого не видел, перемотай этот момент. Так, ладно, что-то я поспешил. Дальше, у него куча фурис-боксов. Не знаю зачем, потому что с фурис-боксом ничего нормально не падает. Charm Revel Diamond. Он получил награду за прошлый сезон. Вот такой вот прикольный брелочек, потому что у него был ранг легенда, и он получил аркану брелок. Это очень круто и, самое главное, очень солидно. Дальше Charm Сюрикен. Тоже прикольный брелочек, мне нравится, кайфую. Дальше дробаш, пулемет. О, у него тоже есть пулемет Epic Star Trek. Офигеть, вот это крутой скин. Обалдеть. А вот это, ребятки, уже донатерская коллекция. Не, ну это прям очень круто. Так, смотрим дальше. Нифига себе, сколько у него разных скинов. Это скин на P350. Ну, скин так себе, так себе. Может и получше. Листаем самый-самый низ. И я уже вижу G22 Scale. Я немножко перепутал, мне показалось, что это G22 релик. Я уже немножко успел посраться. Просто очень сильно похож скин. Но, блин, ребят, тоже прикольный скин. Я бы советовал с ним поиграть. Нифига себе, прикольный стикер. Охренеть, вот это он лютый. Так, а теперь, где там у нас арканы? Арканы, арканы. Куча брелков. О, вау! Он выпил нож Танта Якудзе. Нифига себе! Вот это он крутой! Кстати, я не понимаю, почему, когда я смотрю нож Танта, вместе с ножом Танта осматривается еще вот этот чехол для ножа Танта. Нахрен он вообще тут нужен в осмотре? Так, ну ладно, смотрим. Star Trek for Mass Fury. Нифига себе! Вот это успешный успех! Успешный! Ничего себе, Шейзик, вот это понимаю, да? Вот же, ребят, бывает с теми людьми, которые играют без читов, потому что он сейчас играет 100% честной игрой. Так, смотрим, Star Trek, АКР Спорт, ничего себе, богатая жизнь. О, АКР Карбон, это ж хэллоуинская коллекция, 3 наклейки сразу. Блин, Шейз, ничего себе, ты мажор, ну мог бы и со мной поделиться. Также у нее есть брелочек.
Ну а прямо сейчас, знаете, что мы сделаем? Ну я же не могу зайти на аккаунт и ничего не дать. Конечно, ребятки, как обычно, по нашей традиции, я хотел бы ему дать немножко голды и открыть Empire Case. А вдруг мы еще увидим какие-то перчатки? Ну что, почтенный, вот я выставил скин и прямо сейчас с телефона покупаю. О, блин, чуть не промахнулся, я побастарался. Купил, купил, и у нас есть плюс 1000 голды. И что мы с вами делаем? Прямо сейчас, 10 Empire Case, ребята, хэштег перчатки чат. Ну что, Шейдс, давай, брат, за тебя. Но если вы хотите, чтобы я прокачал вас точно так же, прямо до секунды прожмите лайк и подпишитесь. Твою налево, перчатки! Фак, почему мне из 1000 кейсов ни единой пары не было? Шейд с первого кейса! Ёханый бабай, твою налево! Охренеть, прокачку можно заканчивать было с первого кейса. Очуметь! Шейд, скажи пару слов, размьются. Чувак, как? Это было. Почему мне нагрянь из 1000 кейсов не выпали? Лучше бы я в ДС заорал на видос. Братан, это жопа. Как же тебе повезло? Почему мне так не везет? Разработчики Стено 2, пожалуйста, хэштеги исправьте. Я чувствовал, что перчатки будут. Брат, я тоже чувствовал перчатки, открыл 1000 кейсов, ничего не выпало. Поехали дальше. Опа! Опа! Америка, Европа. Так, ну, рарочка. Ну, слушайте, ну, я думаю, с него хватит. Он уже и так зажрался. Успешный успех, ребят. Ну, сколько ему уже этих перчаток, блин, миллиард пар. Так, ну, еще давайте я сделаю буст на перчатки. Прикиньте, еще будут две пары перчаток. Я скажу честно, я охренею. Я просто сознание потеряю, если это будет так. Если ему будет еще и вторая пара перчаток, это будет просто какой-то трэш. Так. Тег, где тропик? Ну вот, нормальные скины, которые он заслуживает. Чтоб знал, как 2 года назад в прошлом играл с щитами. Так, ну что, поехали. Открываем третий кейсики. На, выпадает P350 Они. Ну, ребятки, неплохо. Я скажу даже больше, очень даже неплохо. Так, ну что, делал буст на эмочку. Кстати, я думал, он был бы не против. Эмочка статрек, говорят, она будет стоить очень дорого. У меня такая есть, если что уже. У меня даже АВМ-бум есть, у меня есть все, кроме перчаток, блин. Так, ну что, открываем дальше. Открываем дальше. И мне выпадает, ну как мне, точнее, Шейдс выпадает. Обратно тег 9 тропик. Кажись, это уже раз 3 подряд, если не ошибаюсь. Так, ну что, открываем дальше. Empire Case. И мало ли вдруг, сейчас будет еще одна аркана. Так, выпадает М60 Steam Beast. Очень крутой пулемет. Будет стоить однозначно дорого. Крутой скин, мне нравится, я сам с ним играю. Только у меня статрек. Так, открываем очередной кейсики. Мне выпадает, неужто легендарка? Эх, блин, я уж размечтался, думаю, легендарка. О, статрек, слушайте, это круто. Я думаю, Шейдс однозначно будет играть с этим скином. Так, поехали дальше. У нас осталось ровно 3 попытки. И нам выпадает... Ой, легендарка! Ой-ой-ой-ой-ой! Да ты шо, мужик? Как же тебе везет! Легендарочка была. Так, осталось 2 кейса. Ахалай-махалай, перчатки или арканом давай. И нам выпадает... Опа-опа-опа-опа. P350 Они. Ну, ребятки, тоже неплохо. Ну что, ластовый кейс, последняя надежда. Хэштег удача! И поехали, 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 поехали! Легендарка! Не, Фамас Энджер, но зато статрек. Ну что ж, дамы и господа, я вам скажу только одно. Если нравится подобная рубрика, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачки. Кто хочет 50к голды, ссылочка на Twitch в описании. Всем пока!